этому методу. В большей степени я использую саженцы с закрытой корневой системой, но пробовала, делала такие эксперименты, сажала и с открытой корневой системой. И все саженцы прижились удачно и развиваются лучше тех саженцев, которые я сажала обычным способом. Саженцы, посаженные по моему методу, получают больше питательных веществ, больше тепла, а следовательно, им легче переносить суровые зимние морозы. Метод мой очень прост. Для посадки я использую подручный органический материал. У меня земли много, и поэтому у меня много травы. И я просто-напросто сажаю либо в свежескошенную траву, либо в сено. Сажаю таким образом. Беру растение. Если оно с закрытой корневой системой, то просто его ставлю на траву в то место, где я предполагаю, у меня будет расти этот кустарник либо дерево. А если корневая система открытая, то я сначала вкапываю небольшой колышек и к этому колышку привязываю это деревце, то есть ставлю рядышком и привязываю. А потом я со всех сторон просто накидываю очень много свежескошенной травы либо сена. Но иногда засыпаю сеном, а потом сверху травой, чтобы сено это не разлеталось от ветра. Сено перепревает, и очень быстро мой кустарник начинает активно развиваться. И вот из этого перепревшего сена оно берет гораздо больше питательных веществ, чем брало бы из земли. Сено преет и дает тепло, и такому растению легче зимовать. Если этот саженец я посадила весной, то в течение лета я вокруг него еще прибавляю немного сена или травы, потому что трава оседает, сено перепревает, и вот этот вот ком, который образовался вокруг этого деревца или кустика, он постепенно как бы тает, он уменьшается. И для того, чтобы он не уменьшался, либо изначально нужно накидать очень много сена либо травы, либо в течение лета его увеличивать, этот объем. Ну, а если вы таким образом сажаете осенью, то ничего делать не нужно. Растение великолепно перезимует. Я это говорю, основываясь на своем опыте. И вот эти вот растения таким образом я сажаю в средней полосе во Владимирской области. Когда мы сажаем растения обычным способом, там очень важна глубина посадки, важно вот именно сажать там до корневой шейки. А вот здесь, вот в данном случае, это совершенно не важно. Вы хоть до верхушки засыпьте растение сеном или травой, оно прекрасно выживет, потому что эта трава все равно осядет, и там все равно будет достаточно много воздуха для этого растения, и оно прекрасно себя будет чувствовать. Ну, я же скажу совершенно точно, оно себя будет чувствовать гораздо лучше, чем те растения, которые просто посажены в землю.